Финны во всем стараются следовать за своими старшими братьями, шведами. В частности, в музыке. А поэтому у финнов куча металлических групп, типа Him, Апокалиптика, ну такие все. Но самая, пожалуй, известная финская группа — это Nightwish. Протиснулись. Nightwish. Она просто выстрелила там, ну вот в начале 2000-х, благодаря, естественно, Тарья Туррунен, да, красавица, такой прям в таких каких-то средневековых платьях, таких эмообразной такой брюнетке, жгучей, меццо-сопрано. I wish for... Ну так, это меццо-сопрано, красавица, как бы умница, с металлической группой. И это была, конечно, такая фишка. Они вошли и просто таким ракетой взлетели, ракетой буквально. Что случилось дальше? Финны, они же какие европейские японцы, они такие, ну, себе на уме звучат. И что эти придурки учудили в 2000 там каком-то году? Группа на пике популярности, концерты просто нон-стоп по всему миру. I wish I had an angel for my moment of love. I wish I had your angel tonight. Они, блин, выгоняют Тарью Туррунен из группы. Просто тупо типа собрались, ну мы там как бы это... С ребятами посоветовались, они такие на веб-сайте типа группы. Мы что-то решили, что-то типа, а, Тарья что-то там. Она такая офигела, говорит, да ребята, вы что, как бы, вы нормальные вообще или как? Причем, ну, выгнали курочку, несущую золотые яички. Ну, Тарья не курица, Тарья красавица, как бы, ну, как можно выгнать? Блин, это надо просто, что в голове иметь. Ну и взяли типа там тетку, да, ну типа, ну что, ну, там, ну тетка она, есть тетка там, ну не одна, так другая типа будет петь, да. Там не одна, ну не эта споет, а другая споет, подумаешь, там фигня какая, да. И это, какую-то там Агнешку, там Анюту, там, Анету там, ну какая-то фигня. Не, она может быть чудесная тетка, я как бы ничего не хочу сказать, она прекрасная, наверняка, и певица, она чудо, вообще умница, но... Как бы сколько таких групп там с теткой-вокалистом, да, блин, каждая вторая, и чё, как бы, да, и все это как-то стало затухать потихонечку, так притухать. Ну, они как бы особо не парились, ну, чё мы там тетку, ну, выгнали не эту, так другую, как бы, выгнали эту тетку, выгнали эту Агнешку, Анюту. Опа, вообще мест уже нет на парковке. Что творится тут, да? Просто не пробиться. И как я, и что я буду делать теперь? Нифига себе. А где я паркуюсь-то? О, блин. Ну и куда мне ехать? И что я так буду кругами ездить? Должно же где-то место какое-то. Короче, выгнали, взяли новую. Подумаешь там, ну не одна, так другая. Ну какая разница, да? Взяли, как ее зовут? Фло Янсен, она это из Нидерландов, голландка. Тетка, конечно, очень видная. То есть, ну вот я не знаю, какой у нее рост, но судя по видео, как метра два, наверное, там может быть с небольшим. То есть она так на пару голов выше там всех остальных. И примерно раза в полтора шире в плечах, на татухах. Ну такая, короче, викинг такой. Но! Случилось чудо, она, это Фло Янсен, оказалась очень обаятельной, классной теткой, со своей какой-то такой харизмой, да, и как бы с индивидуальностью, реально с индивидуальностью. И каким-то образом она сделала это, то есть она снова как бы вывела группу, ну, как бы подняла ее наверх, причем...
Это уже другая группа. Она совершенно другая тетка, да? Вот такой, ну, лесоруб такой, да? В коротких таких штанишках, да? В чулках таких на выпуск. Старей с этой вот эмо-красавицей такой, да? Ее не сравнить. Это другая группа, но, тем не менее, это достаточно все хорошо получилось. И вот сейчас вот мы вот в этих вот, не пробиться, кругами езжу, как дурак, вот стою на светофоре, я не знаю, где мне парковаться вообще, как, что делать. Короче, сейчас мы пытаемся попасть на концерт Nightwish. Случайно они оказались вот неподалеку, в городе Гельзенкирхен, который знаменит футбольной командой Шальке, которая, похоже, вылетела из очередной какой-то лиги, из главной. А спонсор был «Газпром» у Шальки, я помню, сейчас уже не знаю. Тут еще какие-то стройки вообще. Километр шел, еле дошел. Уже где-то близко. Когда дошел, сюда стали как раз пускать парковаться. Я думал, меньше будет народа. Тут просто вообще в радиусе 3 километра ни одной парковки свободной. Идешь такой, как дурак, блин. Фух, минут 15 бежал. Я вообще не думал, что столько народу сейчас будет. Вот так вот. Thank you.
Thank you.
Thank you.
sailors, how's the warm? Drowning the mire, let us sound. Human tail, come on in. Warming up, especially down here. But how about?
Ooh, is that my throne? Pregnant women after 6 months do these. And people after 40. They do. We noticed. Oh God, and I'm both. Anyway, that was a very lovely introductional speech, wasn't it? Beautiful. Anything to add? Well, usually it's dark when we play. But since we didn't manage to conjure the darkness up there, how about we still ask you to bring out your lights? Because it does look beautiful. Light on light, why not? Because this light, you can shine on anybody you love, anyone you miss, anyone who's here with you, anyone you wish was here with you, anyone close to you, to your heart. As we will play you this love letter for our parents.
Thank you. Good evening, you beautiful people. This is not a concert. This is like a party in friends' houses. In fact, I would go as far as to say that I am actually enjoying this more than my brother's wedding. Anyway, everybody knows that Nightwish fans are the most intelligent fans on Earth. So I wonder if anyone could tell me what the Latin word for no one is, or nobody. Yeah.
Nice audience challenge for the best Nightwish sing-along song ever made. A lot of words, yeah? Quite high in the end. But will you sing?
faces, love in the soul. I'm not afraid to
True love, seeds in love.
Through 100 million centuries, we have finally opened our eyes on a sumptuous planet, sparkling with color, bountiful with life. Within decades, we must close our eyes again. Isn't it a noble and enlightened way of spending our brief time in the sun? To work at understanding the universe and how we have come to wake up in it.
Он, наверное, уже последние 7 месяцев как бы под мамкиной колыбельной растет, да, с момента зачатия под эту бомбежку. То есть ему как бы и нормально. Но зато теперь понятно, как финны разводят металлистов. Вот таким образом и разводят. Вот. То есть, можно сказать, теперь вы видели все. Вот такая вот финская народная музыка. Теперь вы видели все.